Евгений! Не, я разбежусь. Парашютист! Давай считалку. Че? Давай считалку. Твою любимую. Реди! Стеди! Медведи! Оу! Стой, 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 стой! Ну-ка давай, что-то мне одному тяжко. Скучно было. Да, с ней повеселее, а не так было, конечно, не скучно. Сейчас твой хозяин спустится. Заждалась уже. Да, заждалась морда. Заждалась. Блять, опять сигареты оставил. Да ешь твою мать. Лёха! Забери мои сигареты, пожалуйста! Ага, спасибо. А, в рюкзаке? Ты молодцы. Да, Лёша скинет вечером, видишь, ты ему. А то две камеры не сняли, у меня эта GoPro не работала и снизу тоже не работала. Ну, я снял, но там прям вот момент маленький будет. Ты потому что, когда разбегалась, ты не вверх подпрыгнула, а сразу вниз полетела. Я тоже сразу. Ага. Сразу. Блять, нихера я себя затянул. До правую ногу прям ляху пересинился.
Леша! Тут прыгать приехали. Давайте, давайте. Все, сразу одеваю здесь. Да, да, давай. Один? Да. А вы куда? Ага. Все, последний? Да. У меня еще более-менее. Ты, Леша, на руки видела? Видела. Там вообще. У меня еще была такая мысля, да, тут все грязные вещи, вот эти нужны на работе. Да, я вот вчера распрыгнул уже все. Я его тихо. Нет, стоп. Я тут кайфую на больничке. Вот, красиво. Так, бомбит, на самом деле. Там сколько, 15 тысяч, да, прыжок стоит? Да, 15. 15 тысяч, блин, пипец. Все, много раз пробовал. Да? Нормально. Так, в карманах, чтобы ничего не было жесткого. Телефоны. Телефон скинул, ключи от машины, наверное, поставили жестко. Можете тут оставить? Можете оставить, еще один. Вообще пока не. Сюда, вот. Левую, с другой стороны. Да можете вот сразу обойти. Да, левая и вот сюда правая. Все, подтягивайте. Так, кепочку давайте тоже снимем. А потом пока. Через голову. Нет, так. Так, затягиваю сейчас не туго. Чтобы было комфортно вам завариться. Там уже Алексей сверху, он стоит. Двигаться удобно? Ходить? Давай, да, вполне. Так, с камерой, с камерой. Все, вот так, наличный перевод.